Веселые старты «Весенний ураган» прошли на стадионе у школы в деревне Ликино. В рамках проектов «Детский спорт и здоровое будущее» участников поприветствовали одинцовские единороссы. В состязаниях приняли участие более 50 детей, ученики Жаворонковской и Ликинской школ, воспитанники кружков «Сила» и «Будь здоров» культурно-досугового центра «Молодежный». Все получили подготовленные призы и подарки. Лучшим из лучших партийцы вручили наборы для игры в бадминтон, теннис и волейбольные мячи.